Саженцы жимолости съедобной лебедушка вырастают в сильный куст, не слишком густой со средним сроком формирования плодов. Ягоды большие до 1,2 грамма одна штука, немного удлиненные и заостренные на концах. Их кожица сине-голубая с неявным восковым налетом, плотная. Мякоть тоже плотная. На вкус плоды очень приятные, сладкие и одновременно освежающие. Размещать крупномер лебедушка лучше на солнце или в полутени во влагоемком грунте. К достоинствам сорта относятся: высокая морозостойкость, иммунитет к заболеваниям плодовых кустарников. Используются ягоды жимолости в свежем виде или для консервации компотов, соков и варенья. Жимолость съедобная лебедушка – это многолетнее растение высотой до 150 см. Жимолость прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Жимолость съедобная лебедушка имеет средний срок созревания. Плоды жимолости созревают в месяце июнь. Масса плодов приблизительно 1,2 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод удлиненно-овальная. Окраска ягод голубовато-синяя. Вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что жимолость съедобная лебедушка, частично самоплодный, обои полый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.